Ты выбираешь детскую коляску, смотришь обзоры, читаешь описание. Все достаточно убедительно, но как-то непонятно. Мы запускаем рубрику, где объясним, что означают все характеристики коляски. Расскажем все нюансы и разновидности механизмов. После просмотра этой серии роликов ты сможешь сделать выбор в пользу той или иной коляски осознанно, аргументированно и, самое главное, без стресса. Итак, начинаем. Сегодня разберем такие термины, как бампер, блоки коляски, и разберем, что отвечает за безопасность коляски. Ты смотришь азбуку колясок от Bubagol. Итак, бампер. Если в машине это важный кузовной элемент, так называемый телохранитель машины, то в случае с колясками это защитник ребенка. Конечно, не такой, как смайлики с глаза в Инстаграме, а настоящий. Бампер — это вот такая дуга, которая располагается перед ребенком. Он есть не в каждой коляске, некоторые считают, что можно обойтись только ремнями безопасности. Но в любой прогулочной коляске Bubagol или в велосипеде ты найдешь бампер. Мы считаем, что это важный элемент для безопасности. К нему пристегивается система против сползания. Многие дети любят держаться за него, а также малышей постарше и девочек в платьях летом родители не всегда пристегивают ремнями, а бампер справляется с удержанием ребенка самостоятельно. Что важно для бампера? Конечно, чтобы он не мешал садить ребенка в коляску и снимался или расстегивался. В моделях Bubagol есть три вида бамперов. Откидной, он с одной стороны может откидываться в сторону, поворотный, который может вращаться, и бампер, открывающийся посередине. Бампер бывает из разных материалов, но важно, чтобы ткань была приятной на ощупь и чтобы ее можно было легко отмыть. В этом плане нет равных эко-коже. Блоки коляски. Условно их можно разделить на три вида – люлька, прогулочный блок и автолюлька. Ты можешь приобрести все отдельно, например, коляску, люльку, прогулочную коляску и автокресло. И если ты можешь себе это позволить, то, пожалуйста, передай на следующей встрече богачей привет Илону Маску. Можно купить коляски, которые сочетают в себе несколько блоков. Например, коляски-трансформеры. В них люлька превращается в прогулку просто наклоном сиденья. Или модульные коляски, как, например, Bubagol Lyra 3 в одном. Отличие модульной коляски. У нее есть основной каркас, куда крепится необходимый блок. Здесь каждый блок — самостоятельная единица. Почему это лучше? Модульные коляски значительно легче своих собратьев-трансформеров. Здесь каждый блок создан с учетом всех нюансов возрастного диапазона малыша, и не нужно идти на компромиссы ради того, чтобы блок был универсальным. У люльки жесткий каркас и твердое дно, высокий бортик, ручка для переноски. Обычно там возят детей до 6 месяцев. Легким движением руки люлька заменяется на прогулочный блок. Не нужно никаких адаптеров. Кстати, важный плюс – его можно поставить в разном направлении. В прогулочном блоке можно кататься уже вплоть до 3 лет. От люльки он отличается положением спинки, здесь пятиточечные ремни, бампер и система против сползания. И прогулочный блок также легко заменяется на автолюльку. Такое уже точно не под силу трансформерам. Автолюльку ставят на шасси, например, в поездках, когда не хочется брать с собой основной блок. Тут есть все необходимое – ремни безопасности, боковая поддержка головы, мягкие бортики. Перекидная ручка создает дополнительное ребро жесткости. Вот такие бывают блоки коляски. Идем дальше. Безопасность коляски – это важный критерий помимо внешнего вида и комфортного сидения. От чего она зависит и как ее измерить? Рама. Она должна быть устойчивой, механизмы складывания должны быть крепкими, чтобы коляска не сложилась в тот момент, когда малыш в коляске. Как-то проверить? Надо ведь весом всего тела. Не должно быть никаких острых выступающих частей. Можно потрогать коляску. Важно, чтобы не было лишних мелких деталей. Бегунков в доступе ребенка, которые ребенок мог бы оторвать и проглотить. Бампер. Ребенок не должен суметь раскрыть его самостоятельно. Ремни безопасности. Про них у нас, кстати, есть отдельное видео. Можешь найти его по ссылке в описании. Но если коротко, они должны быть пятиточечными, чтобы при инерции от удара нагрузка распределилась на самые сильные части тела ребенка. И в целом такие ремни удерживают очень надежно, поэтому не забывай пристегивать ребенка. Также, чтобы он не сполз, в коляске должна быть специальная паховая перемычка. Так называется система против сползания. Капюшон. Защищает ребенка от осадков и солнца. Он должен быть глубоким, в идеале закрываться прямо до бампера. Также материал может быть с дополнительной защитой от ультрафиолетового излучения, как, например, в Bubagol Voyage. Показатель защиты у нее 50+. Это значит, что материал защищает от 98% ультрафиолетового излучения лучей типа B и 95% излучения лучей типа А. В общем, коляска должна быть не только средством передвижения, но и надежным и безопасным домиком для ребенка во время прогулок.
Надеюсь, ответил на твои вопросы, но если они остались, обязательно пиши их в комментариях. Отвечу на все. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. И смотри следующие видео, конечно же.